Здравствуйте, меня зовут Ника Жукова, мне 14 лет. Я актриса. В этом проекте у меня было 57 смен, получается, почти неперерывно. Плакать и смеяться в одно время — это была самая сложная задача, наверное, за вот всю историю проекта моего. Надеюсь, такое еще раз будет. Я играю в театре, пою, играю на пиано, играю на гитаре очень хорошо. Я скажу очень хорошо потом. Ладно, нормально, играю на гитаре. Вы увидите потом. Но я вот еще пытаюсь книжку писать параллельно. Я влюбилась, я опять влюбилась. Нет, я не влюбилась. Попыталась сосредоточиться больше на себя, чем на окружающей среде. У меня типа цитата по жизни. Значит, так надо. Значит, так надо, это судьба. Я contemporary dancer. Это когда люди танцуют босиком. Но если будет проект, в котором нужно будет научиться боксу, к примеру, там, на лошадях кататься, я с радостью научусь. Я очень быстро учусь, поэтому я думаю, быстро схвачу. Мечтаю просто понять, с какой целью я вообще тут существую. Чё сказала? Но мне осталось немножко до нахождения себя. Каждый занят своим делом. И ты должен заниматься своим делом. Каждый делает свою работу, творческую работу, гениально. Вырубай!